Привет, с вами снова Жака. Вот, и сегодня я вам расскажу о пляже на самом юге Пхукета. Вот, здесь очень много разных сувениров и морепродуктов. Скажу по правде, морепродукты здесь очень дорогие. Вот, но острова вокруг, красота неописуемая. А сувениры на любой вкус и по нормальным ценам. Вплоть до необработанного жемчуга настоящего. По 100 бат за можно поторговаться, за 100 бат взять, например, браслет жемчужный. Сейчас тут пасмурная погода, волна, пошел дождь. Можете посетить по желанию этот пляж. Красиво, есть что посмотреть, есть что купить, привезти домой. А вот здесь вдали отправляются экскурсионные катера по островам. Вот эти лодки, которые стоят вдоль берега, тоже можно договориться за небольшую плату, и они вас покатают до соседнего острова погулять. Вот, ну такой вам скажу дельный совет: торгуйтесь всегда и не бойтесь, здесь это в порядке вещей. Они говорят 500, вы говорите 200, они говорят 400, вы говорите 300, в конечном итоге за 350 поедет. 150 бат, ну, 150 бат можно покушать спокойно за эти деньги. Вот вы сэкономили себе, можно сказать, на обед. На календаре 24 января. Вот, это самый юг Пхукета. Приехать сюда, посмотреть. Очень красиво, как в раю. Погода сейчас дождевая, но дождь начался где-то минут 40 назад. Вот мой дружище Глеб делает хорошие кадры. Вот. Дождь здесь не долговременный, на час-полтора, вот полчаса назад он начался, сейчас уже закончился. Вот мы видим, уже идет рассвет. Этих дождевых туч. И я думаю, за полчаса, минут 40 здесь уже будет опять светить солнышко. Прекрасно. Даже в такую хмарную погоду можно сгореть. Тем, кто приехал слишком такой белый, скажем так, давно не видел солнца, рекомендую больше 20 минут на солнышке первый раз не находиться. Потому что сгорите, как сгорел я первый же день. Теперь мучаемся. Мучаемся, ждем, когда украснения сойдут. Вот. И по поводу, как вылечить себя от сгорания. Здесь в аптеках есть местная мазь, крем на основе пентанола. Буквально за 3 намазывания кожа восстановилась. Если вы с собой ничего не привезли, здесь все есть. Такая мазь здесь стоит в аптеке 80 бат. Очень красиво. До встречи.